I come from Ukraine, and I came to Holland because I have a Dutch husband. We met each other in Kyiv very long time ago in, I think, 1997. Чож вода та й каламутна? My husband told, okay, I go home. Are you coming with me? No, that's the story. I came here in Holland. Чи не хвиля збила? Я б дуже хотіла потрапити зараз, наприклад, в Іспанію. В теплу країну, полежати на пляжі, відпочити і відчути себе кимось, хто поринає у далечінь до сонця. Чого ж я така смутна, чи нема ти била? Відчути щасливою, відчути себе теплою, ніжною, гарною і відпочити. Чого ж я така смутна, чи нема ти била? Революція! Ми зараз зробимо все, щоб перемогти. Україна понад усе. Ми цю корупційну владу знищимо. Її не має бути. Всі люди, виходьте на Майдан. Всі виходимо на Майдан. Революція вперед! Ja, onderwijs is heel belangrijk. Kijk eens, ik spreek Nederlands een beetje. Maar het zou beter kunnen. Dankbaar onderwijs. Ik was bij Albeda College. En daar heb ik Nederlands geleerd, maar als ik zo naar de universiteit bijvoorbeeld ga, dan zou ik nog beter kunnen leren. Dus onderwijs is ons leven. Onderwijs die geeft heel veel. Voor kinderen heel belangrijk. In het begin, kindje, die kan niks natuurlijk. Onderwijs geeft alles. Русский язык отличается от украинского. Начнем с алфавита. В русском языке, например, нет буквы И с точечкой, которая есть в украинском языке. И несколько других. «Э» обратно есть в русском, а в украинском ее нет, но есть в украинском «Е», которая пишется по-другому. И еще несколько букв, которые отличаются. Произношение русского языка, естественно, отличается от украинского. Но вообще можно сравнить, например, русский язык, как отличается от украинского, как, например, голландский язык отличается от германского, от немецкого. I told him, it's a little bit earlier in acting institute, should I try? And my father told, okay, I bring you there and you will try. If you don't, you don't. But you should try it. And we did.